Вечером бар выглядит так. Очень красиво, много людей, концерт. А мы, кстати, купили билеты на завтра, на 22:30, на какие-то короткие фильмы. Подумали, что это лучше всего. Последний день закрытия фестиваля, посходить в кино. Главное, что мы туда попадем. А вот так вот выглядит. А здесь находится один из источников, маленький, небольшой, не помню для чего. И там в конце находится змеиный источник, он типа самый легкий, и из него можно пить всем. Вот. Женя говорит, что нельзя мешать источники. Ну, я уже попила там по дороге, и сейчас попью вон из того. Мы поднялись наверх. Что-то тут что-то другое, что я ожидала. Тут есть ресторан и башня, на которую я не хочу идти. Зато тут есть поросята. Сейчас мы покажем вам поросят. Вон поросенок, и написано, не кормите нас. Конечно, ты уже и так жирненький. Так вкусно. От переедания он может умереть. Это она, кажется, у нее вон там титечки. А у него нет? Я думаю, нет. Ты думаешь, нет? А у мужчин есть? Я думаю, нет. Я проводила Ренату и встретила Женю. И видите, чтобы это было неожиданно, не запланировано. Да, и в нашу субботу продолжается убойная тренировка чего? Ягодиц? Ягодиц. Ягодиц? Курицей. Персики будут гореть сегодня. Ну и кино на закуску, на десерт. Кинофестиваль. Да. Мы такие красотки, пришли в кино. Сегодня закрытие фестиваля, и будем смотреть это обалденное кино. Не знаю о чем. А будут короткие фильмы. Да. Ты знаешь тему? Несколько эпизодов. Я знаю, что один из первых будет из Грузии, режиссер. Такой зал. Прикольный. Приятного просмотра. У меня вот такой вот образ, чтобы идти в лес. Нормально ж так. Вернусь и потом пойду к Женечке. О, какой котик. Котик, беленький котик. Котик. Хотела с вами поделиться мнением о вчерашнем кино. Мы успели посмотреть два короткометражных фильма с таким концом, что придумай конец сам. И пойми, о чем концепция фильма сам. Потому что это было интересно. Я думаю, что
первая часть была о том, что про Адама и Еву. То есть искушения. Там были молодые подростки, красивые. Лес, озеро, и они там купались, что-то ехали, у них не было смартфонов, но у них было типа секреты там, туда-сюда. Но красиво снят. Вторая часть, второе кино было о... О чем было второе кино? Второе кино было снято в Грузии. Я так понимаю, что один исследователь решил исследовать феномен того, что шаманская семья не говорит. Не претендую на то, что это правда, это я так решила. Потому что его отводят в одно место в селе, где они живут. Там есть взрослая женщина, двое девочек, ну, такого, более старших, и двое маленьких детей. Не знаю уж, чьи это дети, но они все время не говорят. То есть они почти что не общаются, ну или общаются с языком жестов. Не то, что они передают свои мысли, а просто, мне кажется, они понимают друг друга с полуслова. И вот он ходил и записывал своей техникой и думал. Но он слышал, что дети могут говорить, но они не говорят специально, потому что потом там проходил ритуал о том, что пришла женщина, которая они не могли пара иметь детей, они принесли подаяние и они проводили ритуал. И там было одно место силы, я думаю, что это связано с тем, что в этом месте силы все, что сказано будет, то будет услышано и исполнено. И оно становится сильным именно из-за того, что эта шаманская семья не говорит. И в итоге этому мужчину мы видим, что он не возвращается к той группе, которая его ждет, чтобы вернуться. Ну, как это понимать, решайте сами. Я хочу подняться сегодня на оленей прыжок. Но не знаю, если получится. Ну, собственно, если у меня получится, вы об этом узнаете. Тут очень красиво. Но показывает лес очень. Мне кажется, не очень интересно, поэтому. Потом, я так понимаю, нужно спуститься к беседке, а потом еще спуститься вниз. Карловы Вары. Литературная аллея славы. Идет сквозь город Карловы Вары. И музыкальный славый парк. Для жителей отличный знак. Мицкевич, Гёте, Тургенев. Бродили по его аллеям. Сметана. Дворшак и Бетховен. Здесь каждый музон спокоен. И каждый этот дивный край воспел, как божественный алтарь. Лора Виллисова. 2016 год. А вот
олень, олень, наешла, дошла оленя. Да, дурная голова покоя не дает. В общем, я забралась, сейчас там, по идее, должен был виден олень с красивейшей точки зрения. Мне еще вон туда надо спуститься. Вон он. В общем, знаете, что самый короткий путь на оленей прыжок будет по этой странной дороге. Сейчас я покажу, что снаружи. А вот это как выглядит снаружи. Неприметная дырка между двумя домами. И вот оттуда вам. Знаете, где это? Тут такой фонтан с двумя рыбками. Вот по факту здесь вот гастроном, и вот на эту улицу и чуть-чуть туда будет тогда дорога самая короткая на оленей прыжок. Вот тут, видите, надписи «Оленей скок», это как бы подъезд к ресторану, но это самая главная дорога, чтобы подняться туда. Недалеко там русское посольство и храм. Красивого песочного цвета российское посольство. Здорово, да, правда выглядит? Я сейчас беспалево постараюсь вам снять. Но не факт, что не выбегу, дяденьки скажут, что вы тут снимаете. У него даже есть свой инстаграм. Мы же зашли с Евгенией на вечерний кофе. Кофе Чехия стайл. Что вид красивый.